Похищение 15-летней липчанки Ани Романчук собрано 445 тысяч рублей, на 100 тысяч больше, чем было необходимо для операции. О загадочной болезни девочки мы рассказывали в наших выпусках в рамках совместного проекта ВГТРК и благотворительного фонда «Русфонд». У Ани гемиатрофия мягких тканей лица – редкое заболевание, которое прогрессирует с каждым годом. Для операции в Московском центре челюстно-лицевой хирургии требовалось 380 тысяч рублей. После выхода сюжета в эфир телезрители ГТРК Липецка, а также читатели газеты «Коммерсант» и пользователи сайта «Русфонд» посредством СМС-сообщения собрали нужную сумму, даже больше. Аню прооперируют в мае в московской клинике. А совместная акция благотворительного фонда «Русфонд» и ВГТРК продолжается. На этой неделе в «Вестях Липецк» мы расскажем еще одну детскую историю, которую вы, телезрители, можете сделать счастливой.